В данном видеоролике вы узнаете, как относится Арарат Кещян к геноциду армян. Я боюсь показаться грубым. Многим армянам, наверное, не понравится это выражение. Я не сторонник постоянного нытья. Знаете, вот постоянно, когда что-то... геноцид был. Был. Поплакали, пошли дальше. Надо что-то делать дальше. Мы не можем постоянным плачем чего-то добиться. Не надо. Хватит ныть. Надо другое делать. Создавать, творить, делать, развиваться. А то вот это вот... Все, у нас геноцид был. Все. Насколько я понял, посыл Арарата Кещяна в следующем. Не нужно жить прошлым, нужно продолжать развиваться заради хорошего будущего. Нужно обязательно помнить про геноцид армян и про то, что было убито 1,5 миллиона человек. Это достаточно большая цифра, особенно для армянского народа. Но при этом нужно развиваться дальше и перестать ныть. Обязательно досмотрите это видео до конца и узнайте истинное отношение Арарата Кещяна к геноциду армян. А также обязательно напишите в комментарии под этим видео, согласны ли вы со словами Арарата Кещяна. Мне кажется, это у нас с кровью, с молоком матери впитывается, потому что это слишком большой шрам от слишком сильного ранения. Слава Богу, не смертельного для армянского народа. Мы об этом знаем с самого раннего детства. И очень важно, как мы к этому относимся всю свою жизнь. Что мы делаем, зная этот факт. Какие действия предпринимаем. Не к тому, чтобы как-то развить общеинформационно эту тему. Мне кажется, немножко другую цель нужно преследовать. Нужно каждому армянину думать о том, что в свое время 1,5 миллиона человек – это очень немаленькая цифра, это огромный народ. Был убит, не весь, но это численность целой страны на то время. Были убиты. И сегодня нужно делать все, чтобы развиваться, чтобы крепнуть. Не думать о каких-то посредственных вещах. Нужно быть сильным, влиятельным, умным, мудрым, чтобы корни наши были настолько крепкие, чтобы можно было, не можно было, но если вдруг что-то произойдет и кто-то отрубит ветки, стебель остался, и дальше пошли новые ростки, и все жило дальше. На этом у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите следить за нашими видео дальше. До следующего видео.